Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И давайте-ка заберем вначале здесь все плюшки, что у нас накопились. Да, еще, кстати, у меня, ребята, здесь новость хорошая есть. Я себе приобрел вот такого вот паренька. Звать его Аустин. И знаете, кто он такой? Он ворюга. Смотрите. Находит деньги в убитых им зомби. То есть, представляете, да? Мы его берем в отряд, идем на маленькие уровни, он бомбит зомбарей и находит деньги. Так, а что у него тут? Монеты не будет проблемой, если вы возьмете его на поле битвы. Да, ребята, он чисто идет за донат, он за деньги. По-моему, если не ошибаюсь, 600 рублей он стоит. 599, чтобы быть точнее. В общем, я его купил, приобрел. Также, смотрите, ребята, я накопил себе 7 сундуков. Значит, точнее, вру, ребят, накопил я, наверное, штуки... 3 или 4, плюс, когда я покупал вот этого себе Аустина, там тоже давались сколько-то сундуков. Давайте смотреть, что нам из них выпадет. Ну, я даже не сомневался. Как всегда, какой-то бред выпадает. Так, мне нужны, ребята, бонусы. Вот это вот мне сейчас не сильно надо. А вот, извините меня, усиление, манна и вот тому подобное нужно. Ну, фиг с ним, раз выпадает у нас здесь банки, порох, пускай так и будет. Тем более, это не элитные, ребята, ящики. В них, как говорится, только максимум второй уровень у нас предметов. Ладно, о, колесо выпало, плюс 2 к хп. Так, выхлопуха, теперь выпало хлеба-то дают сколько, елки-палки. Эх, легендарный ящик, как же ты мне нужен. Так, ну что, ребята, у нас здесь... Воу, через 4 часа 31 минуту заканчивается лига. А я... Это непорядок. Почему это я нахожусь на 7-й позиции? Ну-ка, ребята, это дело нужно как можно срочно исправлять. Да, ребята, сюда еще я не суюсь, пока у меня бонусов не накопилось достаточно для того, чтобы туда щемиться. Ну, а вот сюда я, по-моему, с удовольствием щеманусь. Так что, ребята... Оу, а что это у меня? Ёпрсете, так правильно, я же не изменил состав. Ядрёна ты батона. Как же так, а? Ладно, ребята, давайте все это дело исправлять. Сонька плюс снайперша. Дальше у нас идет. Нет, не Вилли. Дальше у нас с вами идет огнеметчик, по идее. Вот где-то сюда поставим. И инженер или механик, как там его величать. Как его величать-то? Точно уже не помню. Все. Ну что же, теперь будем наказывать. Будем вырываться в топ. Фига он тут, король. Нет, ты не король. Королем буду я. Давайте смотреть, что у нас здесь получится. Погнали. Так, ага. Да, тут кисловато, ребята, у нас получится. Минус. Ну, подобьешь? Ай. Блин, поражение, ё-моё. Я думал, ничья будет. Но нет. Погоди, а почему один бой-то всего лишь? А, ну да, конечно, что же я. Нам нужно вот так вот делать, ребят, конечно же. Как говорится, сделаем с вами грубую зачистку, а потом уже будем определяться. Оу, ну тут, по-моему, шансов нету, наверное. Хотя, кто его знает. Отлично. Первая победа за нами. Погнали дальше. Потом я вам, ребята, покажу, как у нас работает новый персонаж Аустин. Как он собирает бабло. Е-е-е. Вторая победа за нами. Монетки получаем, ребята. А это, как вы знаете, золото. А золото это прокачка персонажей. Ну давай, 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 хорошего делаться. Готов, три победы, ребята, к ряду. Давайте-ка за четвертой рванем. Так, ой, да зря он, конечно, тут этих взял охламонов, хотя... Да, проиграет он, по-моему, здесь. Если моя снайперша не лопухнется. А она, по-моему, лопухнется. Да, ё-моё, ну, ребят, согласитесь, это глупо. Просто глупо вот так вот профукать. Так, отлично, здесь мы должны победить, ребята. Да хорош ты уже стрелять. Он третьего уровня, ребят, куда он там свои булки крошит? Все, отдыхает. Едем дальше. Смотрим. Так, ой, ой, ой.
Нет, вариантов у него нету, ребята. Да что ж такое, почему? Отлично, хоть здесь снайперша меня не подвела. Поехали дальше. Так, 5 побед у нас пока есть. О-о-о, смотри-ка, смотри, смотри-ка. Он всех стрелков тут взял. Ух, профукал. Хорошо, нам-то только польза от этого. Ну что же, 10 уровня. Ну здесь, ребята, все ватные. Уровень маленький, должны выиграть. Я удивлюсь, если мы здесь проиграем. Так, фу, победа за нами. Отлично, мы еще там бонус с вами подобрали. Вообще хорошо. Этот день станет твоим последним. Нифига этот Кэп орет у нас. Ёпарасете, ну зато таблетки прихватили. 7 побед. Ну что же, ребята, 140 монет мы заработали. Ну а теперь давайте исправлять работу над ошибками, как говорится. И так, 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 так. Сколько мы здесь? Всего лишь 2 проиграли? Фу. Я-то думал. Так, ну давайте начнем вот с этого. Просто я хочу вспомнить, что у него здесь за отряд. И как с ним нам работать. Так. Ага. В принципе, я понял, ребята. А хотя мы можем даже сейчас... А, снайперша у меня здесь, да? Подвела. Да, ребята. Меня тогда здесь снайперша подвела. Ну, я, в принципе, уже знаю, как здесь нам исправлять ошибку эту. Так, давайте-ка мы сейчас с вами возьмем колодочку. И сделаем это... Да ёпрст ты, Соня, давай, не бубни. Вот так. И снайпершу сюда поближе. Вот так вот, по идее, мы должны с вами затащить. Могу ошибаться, но проверим. Ну-ка, вперед. Давай, 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 жарь, 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 жарь. Есть. Да, ребята. Да ну нафиг, давай. Есть. Ну, в принципе, моя тактика сработала, ребята. Так, 20 монет мы еще получаем. И остался у нас здесь еще один. Такой красавец, елки-палки, стоит. Где он? Вот. Давайте посмотрим, что у него здесь за юниты. Да, в принципе, ничего не должно быть сложного. Снайпершу мы сейчас несем, да, все, ребята. Я опять в фаворитах. Единственное, что надо теперь 5 часов быть на стреме, чтобы тебя не уронили, как говорится, ниже. Так, я сейчас, ребята, расставлю своих солдатиков, как они и должны, в принципе, стоять. Так, так, и вот так. Сохраняемся. Все, я на первом месте, я в топе. Поехали. Ну, а теперь, ребят, давайте посмотрим, как у нас работает Аустин. Возьмем с вами уровень, ну, какой-нибудь такой, послабже. Кстати, знаете, что меня, ребят, удивляет? Вот, вот эта вот миссия у нас, вот эта вот, 142-я, да? Она же, по идее, не должна быть последней. А знаете почему? Потому что, смотрите, 16... А, нет, нет, вру, вру, вру. Вру, ребята, что же это я вообще совсем? У нас же 24 звезды здесь должно быть, а не 24 миссии. Вот оно в чем. В чем моя ошибка? Я думал, что здесь будет 24 миссии. Нет, 24 звезды, это то бишь вот этих вот звездочек нужно нам набрать все. И, конечно же, будет очень грустно, если... Да, ребята, по-моему, это вот все-таки последний уровень в этой игре. И больше, как говорится, ничего новенького здесь не будет. Жаль, очень жаль. А мне игрулька это очень понравилось. Но зато мне теперь не надо никуда спешить. Я знаю, что у меня здесь есть босс последний, которого мне нужно победить. И будет у меня финал. Поэтому я буду копить себе пока спокойненько очки, бонусы и тому подобное. Потом как раскачаюсь. Ой, как же ему не поздоровится, когда я выйду на поле боя этому боссу. Ну ладно, ребята, о чем это мы? Сейчас мы возьмем с вами уровень, где у нас будет... А что, нет таких? С бонусом. Ну-ка, давай-ка возьмем третий. Вот, здесь есть. Ну, предположим, ребят, давайте посмотрим. Сколько он будет здесь? Столько же, как и на хай уровнях или нет? Добывать я имею в виду. Видите, ребят, у меня нету никаких бонусов. Так, он 35 маны стоит. Сейчас посмотрим. Ну, стреляет он довольно шустро, поверьте мне. Я думал, будет какой-то там лохопед. Нет, бомбит по чернаку. Так, а вот эта вот шелупень мне здесь не нужна. Надо их нафиг валить. Так, а теперь выпускаем нашего Аустина. Пускай он тут шмаляет. Ну, ты будешь стрелять-то, ядрёна батона.
О, смотрите, как он. Довольно шустро. Этис. Да, ребята, по 10 монет, как и на тех уровнях. То есть не имеет значения, где мы с вами будем играть, он будет по 10 монет приносить. То есть, если мы, например... О, еще и бонус получили. Если мы его, например, вызываем где-нибудь... Кстати, у нас же есть такие уровни. А ну-ка, подождите-ка, сейчас я кое-что проверю. У нас... А, у нас кончился, да? У нас обычно здесь турниры проходят. Ну, все, кончился, да, сезонка. Там же у нас вечно идут зомби. Вот представляете, его туда с собой взять. Мы могли бы за бой там, не знаю, там, ну, 1000-2-3 набивать, наверное. Ну, 1000-2-3 я, наверное, перебрал, конечно. Но все-таки. Так, давайте-ка возьмем с вами какой-нибудь уровень такой, ну, потяжелее. Вот здесь где-нибудь есть с бонусом? С бонусом, с бонусом. Нету нифига у нас тут с бонусом. Ну, давайте вот здесь вот проверим, на что мы способны. Давно я здесь не был, я уже и забыл кто. Так, хорошо. В принципе, меня вот эти вот устраивают ребята. Это же камикадзе, по-моему, да? Они вон с этими, со взрывчаткой на поясе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас тут много-то бежит. Эй, ребята, назад дали обратненько, а? Упырьки. Давай, выходи, Аустин, будем смотреть. Так. Не понял, а где золото? А вот, вот, зарабатываем, ребята. Зарабатываем монетки. Ну, правда, не с каждого зомбаря, если честно, выпадает. Но выпадают. Надо будет его еще немножко подраскачать. И будет все у нас в шоколаде. Кстати, да, вот здесь вот можно стоять, да? У нас же они стрелки. Пробивать, естественно, никто не будет ворота. Просто вот здесь вот стоишь и зарабатываешь. Бабосы. А что, довольно круто. А если я еще, например, нового вызову сюда? Вот они, денежки капают, ребята. Ну-ка, будем смотреть, сколько мы с вами, например, можем заработать. Давай-давай-давай, расстреливаем. Слушай, довольно неплохой фарм. По большому счету, если вот... Ну, что-то не дают золотишко-то. Эй! Где бабосики? Мне нужны бабули. У них тут уже целая куча. Никто просто не пройдет. Но тут не забываем, ребята, волна есть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Пробежали! Куда это вы? Блин. Увлекся. Где бабло, я спрашиваю, ё-моё. Зачем я этого вызвал? Ай, Марина, он сейчас разбомбит, ребята, мне. Да, разбомбит преграду. Слушайте, а может быть надо было его одного вызывать? Без соник всяких там, а? А где зомби? Все кончились, что ли? Эй, зомби. Ребят, прикиньте, нету их. Они просто не идут, закончились, что ли? Ну, по идее, раньше должна быть волна тут еще, да? Идти, нифига подобного. Вот, вот только сейчас она хотела быть, волна, но не успела. Так, дайте-ка я еще раз проверю. Уже попробую просто чисто голимыми аустинами играть, без всяких там соник, шпоник и там подобное. Ну-ка. А, у нас не получится, ребята. Не получится, потому что сейчас здесь побежит целая свора этих гуманоидов, блин. Ну ладно, с ними мы как-нибудь справимся. Так. Справимся же, справимся. Ну, а дальше все, уже будут чисто Аустины идти у нас. Аустин, Августин, не знаю, как его там точно величать. Ну, ты стрелять-то будешь? Вот. Пошли, бабосики. Ну, давай, 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 зарабатывай бабки мне. Чё-то не могу понять. А, вот, выпали. С ним, главное, никогда не будете иметь проблемы с деньгами. Что-то, блин, не похоже ни шиша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, Сонька здесь рулит просто-напросто. Ну, давай-давай-давай, расстреливаем.
А, он боится, вот почему он медлит со стрельбой. Понятно. Давай, давай, колбасим. Вот, деньги все-таки выпадают. Выпадают, да, бабульки. Это хорошо, ребят. Когда деньги падают на карман, это всегда хорошо. Ну, по десяточке, да, получается, это 10 зомбарей, соточка уже. Шикарно, что я могу сказать по этому поводу. И причем они довольно-таки крепкие, не ватные, что там упали с одного удара. Нет, стоят, сопротивляются. По крайней мере, на этих уровнях. Только, правда, боятся все время чего-то. Ну да, это не страшно. Давай-давай, расстреливаем. Может быть, здесь, ребята, зомби какие-то неподходящие для фарма. Может быть, с других будет и лучше. Ну, нам этого не проверить. Точнее, можно проверить, но зачем? Когда у нас тут все устраивает. Сейчас, кстати, будет скоро волна, ребят. Чувствую просто-напросто. Предчувствие у меня такое. Сейчас побегут гуманоиды. Все, все зомбари закончились. Всех поубивали. А вот и волна, ребята. Интересно, мы справимся с ней, а? Интересно. Давайте подождем, посмотрим. Так, я пока тут бочек. Ой, бочки-то надо было там спереди ставить. Может быть, успею еще. Так, 16 секунд. Вот сюда мы поставим с вами, да? Сейчас побежит армада. Ждем, ждем, ждем. И еще одну бочку сюда. Вот так вот. Побежали. Ну. Давай, давай, давай. Расстреливаем, ребята, расстреливаем. Так, я беру пулеметчика. Ах, не выдерживает, ребята, мы. Напор слишком большой. Так, ну. Слушайте, ну, в принципе, выстояли. Сейчас, естественно, мы разбомбим ворота и прошли. Да, здесь, конечно, все на изи. Но, честно говоря, мне больше бы хотелось, чтобы вот эти вот ребята не деньги нам добывали, а периодически могли нам выбить, например, там, ярость или откат, или манну. В общем, вот эти вот верхние призы. Вот тогда бы ему цены не было, поверьте мне, ребят. Ну что же, ну, короче, мое впечатление, ребята, наверное, он все-таки не стоит своих затраченных денег. Хотя, знаете как, с миру по рублю и нищему машина. Кому как, ребят, короче. Я купил, я проверил. Ну, есть у меня этот герой и есть, как говорится. Ну и ладно. Не было бы, я думаю, что сильно бы не расстроился. Причем, самое удивительное, да, вот эти вот ребята, как мы говорили, они за донат. Они желтые. Почему вот этот вот у нас не желтый? То есть без автопрокачки. Не пойму. Очень, конечно, подозрительно все это. 193 у меня хрени всякой накопилось. Ребята, вы представляете? Ух, можно обфармиться. Точнее, обделаться. Обделаться. Ну, вы поняли, короче. Сейчас можно просто делать, делать, создавать, создавать, создавать. Ну-ка. Назад в магазин, не надо мне ничего, назад в магазин. Смотрите, 18 лекарств, ё-моё, сколько у нас стоит? 225. Получаем мы с вами одну фляжку, это у нас для ближника. Ух, я могу тут клепать и клепать. Плюс еще, если мы будем с вами вот так вот фармить потихоньку, ну, монетки тем чувачком, Аустином, то просто вообще шик и блеск. Можно всех на своих юнитов здесь прокачать до максимального уровня. А я, наверное, так и сделаю, ребят. Я попробую за это время прокачать всех. Ну, не всех, конечно, а вот самых-самых, ребят, основных своих до максимального уровня. Даже не уровня, а до максимальной прокачки в плане того, что атака. Что у них там еще, я не помню. Атака, ХП и удача, да. Вот это вот, если прокачать эти все параметры и посмотреть. Блин, наверное, будет круто. Особенно таких, как Соня, которая там жарит не по-детски. Марины. Обязательно его тоже, ребята, он у нас
Элитный чувак, он должен быть прокачан по полной программе. А, все, бабосики закончились, ребят. Ну, как бы закончились-то они. Я могу, конечно, посмотреть рекламу, получить здесь денежку, здесь ускорить, получить. Кстати, это у нас уже суперский ящик. Надо будет на него накопить. Так что, ребятушки, как-то так, вкратце. Ну-ка, посмотрим, меня не скинули еще здесь? Оу, ты посмотри. Ты посмотри-ка, а? Хмырисос нашелся. Так. Хочу посмотреть, ребята, как он меня так умудрился, а? Оу. Это что-то нечто, ребята. Вам 10 уровня снайпер тут разбухарился. Ну-ка, давайте-ка, ребят, переиграем. Что-то мне вообще-то не нравится. Офигеть просто-напросто. Этот хмырисос, блин, забрал у меня первое место за каких-то там 15 минут. Давай. Да что такое, я не могу понять, блин. Я же выиграл. Почему, блин, поражение-то, я не могу понять. Так, он меня достал, ребята. Знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Колода, мы вот так вот сделаем с вами. Сохранить. А вот теперь посмотрим. Просто Сонька сейчас начнет шмалять и, может быть, очередью заденет снайпершу. Проверим. Да, задело. Хлебушек достался, спасибо тебе большое. Добрый человек. Ну что, ребята, вот как-то так. Ну а на этом, пожалуй, мы будем завершать такой, скажем, познавательный видосик про нового юнита, грубо говоря. Обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Так что всем пока и удачи.